Всем привет, с вами Саня, мы с Саней исключаем, и сегодня мы будем разбортировать колесо. Короче, делаем шиномонтаж, но все своими руками. То есть при помощи балды, уголка, монтажки и ключа на 22. Все сделать довольно просто. Единственное, что сделать, во-первых, нужно, и нужно применить усилия. Перво-наперво у нас надо вывернуть золотник. Вот так вот вывернули золотник. Дальше берем уголок, самый обычный уголок 40 на 40, вкладываем его между диском и покрышкой, берем кувалду, заколачиваем его вот так вот вовнутрь и делаем несколько сильных ударов для того, чтобы отделить покрышку от диска. Вот так. Насколько вы видите, покрышка у нас отделилась. Прямо хорошо так отделилась. Дальше следующие удары уже будут гораздо проще. То есть также положили, забили. Готово. Готово. Не всегда получается так легко. Бывает, надо помолотить его довольно хорошо. Только для того, чтобы он отделился. Точно так же делаем с другой стороны. Целиком покрышку мы отделили. Дальше нам надо вывернуть покрышку. Берем ключ, вставляем его вот сюда. Вот так. Также берем монтажку и вставляем ее сюда же. И выворачиваем. Раз, выворачиваем два. Примерно так. Дальше достаем монтажку. Ключ оставляем. И поехали дальше. Вставляем монтажку. Вставляем монтажку. Выворачиваем покрышку. Первую часть разбортовали. Дальше разбортовываем вторую часть. То есть берем вот так, ставим колесо, вставляем между диском и покрышкой. Вот так. И оттягиваем. Вот так. Дальше берем кувалду и по покрышке бьем. Тут основная сложность не в том, чтобы мне это сделать, а в том, чтобы еще было видно это дело на камере. Видно, видно. Примерно так снимается покрышка с диска. Итак, сейчас вопрос, как же обратно надеть покрышку на диск.
То есть берем также диск, ложим покрышку и надеваем, как можем, примерно наполовину. Дальше берем монтажку и начинаем это дело заворачивать. И тут главное по многу не брать за раз. То есть, ну когда буду делать верхнюю часть, так это. Чем хорошо это делать на станке, на шиномонтажном, на моем, колесо не надо держать, то есть оно не прыгает. Первую часть забортовали. Дальше надеваем вторую часть. То есть точно так же надеваем сколько можем, вручную. Вот так. Примерно половину мы надеваем сразу. Дальше давим вот сюда, которая у нас надета уже часть, и начинаем заворачивать. Тут, говорю, самое главное, это брать совсем по чуть-чуть. То есть вот у вас есть, берете от завернутого края буквально чуть-чуть, чтобы только влезла монтажка. И заворачиваете. Чем больше вы возьмете, тем сложнее будет заворачивать. То есть возьмете сразу вот столько от завернутого края, просто загнете диск. Чем меньше берете, тем легче заворачивать. Последний заворот. Хоп. Все, у нас покрышка на месте. Итак, дальше нам надо покрышку натянуть на край. Это можно сделать по-всякому. Была бы у нас камера, мы бы просто подключили насос и накачали бы, и все. Но у нас без камерка, поэтому берем горючую жидкость. Я вот возьму растворитель. Буквально грамм 10 льем вовнутрь покрышки. Вот так. Все это дело внутри раскатываем. Берем горелку и хлопаем. Вот и все. Покрышку мы натянули. То есть смотрим, борт полностью закрылся. И здесь борт полностью закрылся. Все, дальше закручиваем вентиль. Все, и можно накачивать. Кому понравилось такое видео, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Ну и все остальное, пишем комментарий. Новое видео здесь, старое видео здесь. Подписываемся на канал. Все, всем пока, удачи и два туза в раздаче. Всем пока.